А в Центральном парке Караганды все желающие могли пройти соревнования на знание истории Великой Отечественной. Каждый этап посвятили отдельному герою войны. После нужно было ответить на 20 вопросов. Победителей поощрили призами. Цель данного мероприятия – формирование чувства патриотизма у молодежи путем популяризации национальной истории, применение IT-технологии. Это для молодежи всегда интересно с помощью своих гаджетов, поэтому очень хороший эффект, отдача от молодежи есть.